Сюрприз ко дню города. Специалисты Управления природных ресурсов в минувшие выходные провели акцию. Петропавловцам они вручали благодарственные письма и небольшие подарки. Подробности прямо сейчас. Вот такие листовки раздают специалисты Управления природных ресурсов. Зеленых писем около 300. Каждому третьему прикрепили подарок – билет в парк культуры и отдыха. Специалисты говорят, это маленькая благодарность за большое дело. Ранее Управлением природных ресурсов совместно с организациями, занимающимися раздельным сбором мусора, была проведена акция по раздельному сбору. Население оказало активное содействие, прогресс идет, люди сортируют мусор. Хотелось бы, чтобы больше горожан проявили активную позицию и приняли в этом участие. Получила такую благодарность и Татьяна Фисенко. Она приехала на празднование Дня города из села Заградовки и сельского района. Вместе с ней две маленькие дочки – Валерия и Евгения. Благодарим Управление природных ресурсов за проведение таких акций. Спасибо за подаренные билеты на аттракционы. Город становится чище, воздух свежее, и детям, и нам нравится. Ну а теперь самый приятный момент – тратить билеты. Это пропуск сразу на 4 аттракциона. Семья Фисенко первым делом решила прокатиться на черепашках. Компанию им, кстати, составили те, кому достались такие же благодарственные письма. Говорят, Управление природных ресурсов подарило им хорошее настроение на весь день. А специалисты ведомства обещают, такие акции будут проводить еще. Александра Салмина, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.